Да, это я читаю комиксы про ФНАФ. И ну, давай начинаем. Ладно, не смогу. Нужно просто, да, жить до 6 утра. Хлоп. Хлоп. Хлоп, хлоп, хлоп. Он закрывает двери. Черт побери. И как нам теперь устроить для него вечеринку-сюрприз? А потом чуть-чуть подальше. И смерть единственным твоим уцелевшим частям будут твои глаза и зубы, которые вылезут спереди маски. Посмотри, что ты наделал, зачем тебе понадобилось подкрадываться к нему и кричать «Сюрприз!». Это была шутка. Откуда мне было знать, что он такой впечатлительный. Извините, сейчас. Ребята, кажется, я знаю, что произошло. Наш прошлый охранник решил разыграть своего приемника. Тыкает. Камера выключена уже некоторое время. Он, должно быть, потерял бдительность. На этот раз я до него доберусь. Надо же, Бонни так хорошо играет, что Фредди мог бы проиграть ему штаны. Ну все, я добавляю в список два новых правила. Безопасности, не бегать и не прикасаться к... Дальше не... Ну, короче, на этом все, извините. И всем пока.